жареной вчерашней рыбы с икрой. Да? Еще вот. Икру сверху нажарили. А сейчас я вам покажу, что у нас творится на улице. За бортом. Первый снег на Неллинге. О, у нас уже курочки снеслись. Тут у нас прилетали голуби. Да, вот. Вот. Вчера снимал, помните? Не было снега. Сегодня. Даже пришлось машину заводить, прогревать, чтобы не замерзло. Красота. Утром, а на улице уже зима. Вот все набросало. Температурка примерно -1.0. Ну, холодно. И ветерок. На этой красавице мы приехали. Спасибо Андрюшке. Еще один шрайбик. Печка топиться отказывается. Очень медленно топится. Давление, наверное. Вчера поймали 14 щук. Поставили 4 жерлицы в омуте. Сейчас пойдем посмотрим. Немного погодя. Слава России! Всем большой привет. Тете Люсе и Палычу. Привет. Почему? И Косте привет. И Косте огромный привет. Виталику привет. Мишке привет. Вовке привет. Вовке. Вовка с приветом у нас. Вовка, всем привет. В общем, зима, ребятушки, зима. Всем девчонкам привет. И там очень холодно, между прочим. Набрать с собой зимний сюртук меховой. Кучкуются. Вчера летело много. Они летают, еще пока что группируются. Не знаю, видно будет, не видно. Вон месяц какой. В ущербе. А теперь улыбаемся. Нас снимает скрытная камера. Орлы! Дай мне душ. Ой! Он в полбака стоит. Да это под наклоном стоит, Саша. Давай не будем сейчас разворачивать. Сейчас не знаю. We'll be right back.
Танец работал. Нормально все. Много-много. Холодный воздух в пустыне. Да. Рюкзак-то к вам, да? Рюкзак-то у вас, да, должен быть? Размотано. Рюкзак какой? Да. Подожди, пока не кидай. Да я не кидаю. Сразу, чтобы не лишний раз не ходить. Лодка, ничего не надо. Так что, там как парниковый эффект. Ну вот. Без 10-11. И на омуте. На жерлице. Походу ничего не попалось. Ну ладно. И наш омут. Вот он. Первый снег. Вот елки с шишками. И вот какое небо. И сегодня ветрено. Луна убывает. Такое бывает. Я ничего не вижу. У меня зеленые круги перед глазами.